Pra aller dalle. Сюда, на помощь! Подойди-ка сюда! Заброшен, это здесь. К птичке, короче, надо идти.
пути. Я горю! Чувствую прилив сил. Чё-то прям супер какие-то злодеи тут. Сейчас еще есть золотая точка. Что, кстати, по сундуку у нас? О, прям немного тут, точнее, много открылось. Так, сотка нужна, чтобы там улучшить. Потом что? Здесь надо улучшать новую херню. Так, что в сундуке? Нормально пока. Терпит.
Значит, пока он наполняется, буду набирать вот эту всю херню собирать. Тор дал мне сил. Так туман. Осторожно. Сваливаем с этого жесткого тумана. О, прошло. Почти как проклятие. Тут что-то другое. Так, либо артефакт, либо проклятие, либо карта сокровищ. Ты видишь, Сюнин? Так, пойдем сюда. Возможно, тут проклятие. Так, Лугард, верховный король Ирландии, сын Луагайры Макфила, проклятого, в 507-м. Что-то тут херово, что ли, еще? Так, ну все, забрали, вот. Какой-то гав там был, заходил. Так, что там далее? Какое-то селение небольшое, надо прибарахлиться там немножко.
Я! А может и население? Здесь полно стражников. Ну чё, поиграем в лучника, хотя туман, блять. Тут же херовый туман, короче. Ну-ка давай рекурсивный лук. Ну а чё вы хотели? Блять, ты чё? Слепую просто хожу. Барахло собираю. Ну хоть всякие вот эти ясты, все это нормальная тема. Самая здравая осталась доспех какой-то. Thank you.
серп терминальный дает. Ну-ка закиш. Серп, короче. Скорость возрастает. Так, тут, короче, все это понял. Погнали на синюю. Газ какой-то будет нагенный, что эти сидят там, молятся перед трупами. Друиды эти обкурены. Ага, воспитание. О! Вот эти куршунички весьма кстати. С пути. Так, ну что, другой лук надо. Сюда, на золото. Ключ интересно. Ну, тут по-любому проклятие прям. Так, что у нас там на сундуке? Пока нормально.
Я что-то чувствую. В воздухе витает зло. Уничтожено. Так, Карнаган. Сюда заявимся. Запись в дневнике безумия. Я вдыхаю сладкий туман. Он наполняет меня восторгом и ужасом. Черви в моей голове принимаются беспокойно извиваться. Ах, я приветствую свою смерть. Черви, пришло время трапезы. Жестко. Где-то еще есть точка. Вот она. Дальше по плану сюда. Ключ. Вот зараза, не хватает. Ну ладно. Давай. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Эй, в чем дело? Давай, иди сюда. Thank you.
еще какой-то ключ. Не стоит привлекать внимание. Выход, наверное, будет. Так, что это вообще такое у нас? Короче, надо идти сюда. Убежище. Нужно быть осторожнее. Как хорошо. Так, провизия лишних было. Совсем мало. Заперто с той стороны.
казалось, где-то пули что-то. Волкодав призывает вам на помощь ирландского волкодава, который будет защищать вас от всех врагов. Хороший пес. Нихера себе. Явно кого-то разделал. Осталось вот это барахло забрать. Кстати, что у нас там с сундуком? Ткань почти полная, надо забирать.
первое все заберем. И потом куда? Потом на эту птичку, наверное, и сюда. А потом дальше вверх. Борода немножко нереалистичная, доспех проваливается. А, так, все зашибись. Текстов это вообще нормально. Давай-ка поторгуем. Здравствуй, Эйвор. Благодаря торговым постам мне прислали из Лиздероу иллюстрированное писание. Неплохо. Да, я молодец. Я о книгах. Просто великолепная работа. Типа я не молодец, что ли? Торговля — упоительный танец. Так, книги есть. Самое главное, одежда есть. Да хрен еще есть одежда. Сакс какой-то. Двадцать пять книг. Припасов мало, конечно. Так, уже 30 книг. Уже не хватает. 40 книг. Вот это есть. Все, книги в ноль. Зараза. Вот и все. Ждут. Ну, до троечки еще чутка. Так, торговый пост. Че у меня, кстати, по припасам? 4 за 25, это ж круто. Какой-то я там хотел улучшить. Этот у меня что? Книги производит, этот одежду. Так, вот тут улучшить. И там на что хватит. Вместимость сундука в Дублине. Насколько, интересно, оно увеличится. Ну-ка давай-ка, что там в Дублине у нас? 480. Но это чистая одежда. Вместимость увеличивается. А если мне, допустим, вот этот улучшить склад поставить, то здесь увеличится до книги. И, короче, склад и дом для работников. А, нет. Хранилище и дом для работников. Ну-ка, давай перенесем.
Не знаю, доспехи, мне кажется, немножко оригинальности не хватает, вот скажем. Хотя, не знаю. Просто я столько переиграл уже. Доспех Тора, кажется, он самым универсальным. Бей, круши, ломай, и все. Так, что? Дом для работников по-любому строим. Сюда можно сгонять. Главное, он заброшен, там еще враги были, и туда все равно перемещаешься. Недоработка. Короче, бухло будет производиться. Да давай уже, ну. Вот зараза. Что ты видишь? Остров. Как тот мужик говорил. Во имя Одина! Ты заплатишь! Здесь лучше не шуметь. Ну, само собой. Давайте, кто-то уже, да? Рекурсивный лук по-любому.
вообще лютая способность, да? Прям, блядь. Ничего лучше не берет. Тор дал мне сил. Много добра, один не унесу. Пора за дело! Эй, сюда! Славная добыча! Уходим! Грамота на торговый пост. Так, все. Разбазарили, размутили тут. Так, теперь сюда. Замутим сейчас еще торговый пост. Зелье местное яство, например, мёртвый эль, нужно восстановить его, чтобы эти вкуснейшие товары могли долго храниться, не теряя свежести и не портиться. Маленькая будет, но оно уже идет по-любому. Ну-ка, да, так что пускай все это накапливается, а мы пока дальше пойдем. Ну, вот, например, вот этот городок и выше. Yeah!
Oh!